Здравствуйте, меня зовут Алия. Это имя арабского происхождения. Оно означает «любимая». Каждая девушка мечтает быть любимой, мечтает выйти замуж за достойного человека. Но когда этот момент наступает, каждая девушка волнуется. Иногда девушка только первый раз видит своего жениха на свадьбе. Она знает о нем все, но она не знает о своих чувствах к нему. День перед свадьбой самый волнительный. Пока мужчины дружно готовят плов, чистят морковь, ведут свои мужские разговоры, девушки готовят невесту. Сначала девушки со свечами в руках танцуют вокруг невесты. Затем рисуют тенти на руках, плетут невесты косы, готовят ее подвенечный наряд. Это целый ритуал. Танец, который хочу я вам показать, именно об этом. Субтитры сделал DimaTorzok.